Русское телевидение. Дорогие любители меткого слова, ценители музыкального задора и по-настоящему спортивного азарта. Наши камеры установлены на спортивной... на концертной площадке, на которой сейчас начнется вторая отборочная игра Всероссийского суперкубка по частушкам «Эх, Семенова». Как вы видите, трибуны полны, они ликуют в предвкушении грандиозного зрелища. А пока участники сегодняшней встречи разминаются перед началом состязаний, позвольте напомнить вам правила, по которым разыгрывается суперкубок. Я надеюсь, сейчас режиссер покажет нам турнирную таблицу. 24 команды участвуют в этом поединке. Как видите, москвичи, к сожалению, уже выбыли. Мы их потеряли. Команды, собранные по всем городам нашей необъятной родины, поделились на две подгруппы. Они определят самого достойного, самого музыкального, развеселого и так далее. Ну-ка, вот эти две команды разыграют в суперфинале этот самый суперкубок. Все супер просто. Ну, по крайней мере, на словах. Выступления команд оцениваются в 5 номинациях. А позже я расскажу о них подробно. И перед нами название команд участниц сегодняшней встречи. Только две из них смогут продолжить борьбу в полуфинале. А вот звучит оркестр, зал буквально взрывается аплодисментами. И на сцене, да-да, я не ошибся, она, та самая легендарная Семеновна. Ой, здравствуйте, люди добрые! Ой, бродят таланты по России, как брага в кружках. У меня здесь собрались мастера-частушки. Вот говорят, бедный поет, а богатый слушает. Так уж лучше петь и плясать, чем бить табаклушат-то. А? Правильно я говорю? Прошла замечательная спортивная заставка, по-моему, очень спортивная. И пока идет подготовка, я хотел бы представить вам сегодняшнее жюри, то есть судейскую бригаду под руководством поэта Юрия Энтина. Уж кто-кто, а он-то понимает смысл внедренного в русском слове. Певица Мария Кадряну, замечательная певица, прекрасная женщина. Знаменитый композитор Людмила Лядова. И снова певица Тамара Смыслова. Светлана Данюк, автор и режиссер программы «Печки-лавочки» Костромской телекомпании. И, наконец, Иван Кононов, отец русской частушки в Ростове-на-Дону. Тоже певец, поэт, композитор, ведущий, ну и так далее. Ну, все, я умолкаю, потому что оркестр дает сигнал к началу. Каждая сосна своему бору шумит, а каждая овечка своему полю рада. Куда бы вы ни поехали, о родине помнить надо. Спойте нам в частушках о вашем городе, о том, как у вас пиво пенится, как у вас поют и женится, о маленьких радостях, о больших сложностях. В общем, расскажите нам все в подробностях. Из подмосковного города Дзержинска или у Греши по-старому приехали к нам купчихи со своими товарами. А товар у ансамбля «Дзержинская заковыка» — частушки для всех от мала до велика. Итак, первая номинация называется «Приветствие». А мы дзержинские девчата пропоем сейчас попсу. Нас тут думать я обид, мы доложим тексту. А приезжайте в город к нам, монастырь увидите, там попы на паперти, все в молитвах макиты. Разгоняет облака.
звучит оркестр, по-военному тонко намекая нам, что дзержинские заковыки перебрали установленный лимит времени. А сейчас на сцене следующая команда. Пузыревские девчата мужикам нравятся. И поют, и танцуют, и собой красавицы. Ой, бабоньки, держите за штаны мужей. Девчата поют, идут уже. Искушенных болельщиков не должно обмануть название следующей команды «Пузыревские девчата». Это сугубо мужской коллектив. Еще бы. В желтом платке лидера выходит глава администрации села Полом Кировской области Александр Лейс. Мы девчата из Полома, пузыревские назвать. С гармонистом научились мы частушки распевать. Ох, интересно, в Черномырдину махнем. Мы кое-что слышали о нем. Говорят, сейчас свободен, может быть, к себе возьмем. Ох, может, клюнет, если он не согласится с нами выехать в Полом. То тогда вполне возможно, мы останемся при нем. Ох, тоже ладно, создадим такую группу, у нас тогда попробуй тронь, потому как с нами будет Черномырдина гармонь. Ох, будет клёво, а пока что ёлки-палки вчетвером для вас поём. Кое-что вам рассказали, но для ясности замнём. Ох, шито-крыто, а вы смотрите, не болтайте, что, мол, вот чего хотят. Вдруг найдутся самозванцы, да и нас опередят. Ох, всё сорвётся. Не грешно, когда кажется смешно. Встречайте не гостей варяжских, не принцев датских, а частушечников Сергиево-Посадских. Ударная четверка команды «Ладья» Разводов Михаил и Разводова Людмила по флангу. В красивом дриблинге по центру рвется к микрофону Елена Бекетова и в обороне Коля Тоншин с бубном. И царицу Катерину у себя он принимал. Вот дедуля-то! От романских времен предки гнали самогу. Жизнь переменилась, но точка не сменилась. И зайти вы к нам тоже! И не только дед мудрила, бабка тоже хороша. Петра Первого водила и не взяла ни гроша. А я его любила, Лёд! Я, ребята, с Украины, вот такой у нас закон. Полюби так уж царицу, баловать так миллион! Так что вот честной народ, перед вами царский род. Вот такая, блин, семья под названием «Ладья». По-моему, были допущены очевидные неточности. Ну, сказывается волнение участников на старте. Теперь мы хотим послушать наше жюри, так как мы закончили первую номинацию «Приветствие». Я думаю, что совершенно справедливо. Меня сделали председателем жюри. Потому что первое в своей жизни стихотворение я написал такое: говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки погадать на короля. Это, по-моему, была частушка. В тот момент, когда мне позвонили и пригласили на эту замечательную встречу, я сочинял частушки. Представляете, одно важное издательство заказало мне частушки по мифам Древней Греции для школьников. И я уже написал несколько, например, «Раскрасавчик Аполлон, уведи меня в полон, жить желаю на Олимпе среди мраморных колонн». Замечательно. И вот читаю: «Дзержинская заковыка, 23, пузыревские девчата, аж 29». И «Ладья» Сергиев-Посад, 26. Судейская бригада вынесла свой безжалостный вердикт, и мы видим, что лидируют сейчас так называемые «Пузыревские девчата». Начало положено, вперед! Как у нас-то повелось, сперва поговорим о женском вопросе. Муж бабу бьет, а она все поет.
заскучали мужички одни. Как бы не эти самые бой-ба-бы. В этой номинации исполняются частушки, рассказывающие о тяжелой доле русской женщины. А мы спортивные девчата, пузырёвские назвать. Со сторонки нашей Вятской просим вас привет принять. Я рванула 100-метровку, сердце скачет прыг да прыг. Мировой рекорд побила, сзади гнался за мной бык. А ты сметнулая с крылечка, прямо в баню в три тоза. А милай выскочил, в чём мама, а по полтиннику глаза. У меня миллионка вдвое, подходящие вполне. Их у нас в деревне кличут Марадона и Пеле. Мы еще бы вам попели, это даже не вопрос. Да из дома позвонили, дождь идет кругом за нос. Слышите, как трибуны скандируют «пузыри, пузыри». Надо сказать, что мне тоже импонирует эта команда, прежде всего, своим внешним видом и чисто выбритыми лицами. Девки стали юбки укорачивать, чтоб ребятам стало легче юбки заворачивать. Ярко солнце светит, вентилятор мне не нужен, Ленка попой вертит. Не могу я утерпеть, чтобы попой не вертеть, а вот такая штатана так и вертится сама. Факир к соседке приезжал и ей фокус показал. Волшебной палочки взмахнул и животик ей надул. Да, да, оглядывают шпаргалочки Коля Томшин и Миша Разводов. Но это поведение никак нельзя назвать спортивным. Я Милка попросила поменять прокладки. Оказалось, не в звезде, а в крайне неполадке. Русской бабе как железо, все удары ни почем. Сколько б жизнь ее не била, все крепчает день за днем. Похлопаем. Итак, закончилась у нас номинация «Бой баба». Слушаем наше уважаемое жюри. Пузырёвские девчата. 30 аж. А теперь отметку при выходе «Женская заковыка». 29. И еще одна цифра есть. Ровно 26. Итак, называю я «Ладья». Спасибо, многоуважаемые жюри. Ну, судьи выставили свои оценки, и мне кажется, они несколько завысили баллы команды «Ладья». Все-таки в их выступлении существуют технические ошибки.
Ой, любой мужик в говорливом раже такое про себя расскажет. Мам, мужик, да удаленник. Вот про это наш валенок. Пузырёвские девчата поют одни. Пропоем мы вам частушки, их у нас полно, как дров. И название крутое, почему он без штанов? Мой миллионок после бани возвращался босиком. А кому какое дело, почему он без штанов? Забыл! Мой миллионочек попался у соседки во дому. А кому какое дело, почему он без штанов? Замешкался. Мой миллионочек напился и лежит среди репья. А кому какое дело, почему он без штанов? Зацепился. Мы частушки вам пропели, всюду слышим огдах. Ничего ведь не случилось, мы пока еще в штанах. Ой, я вас просто влюбилась. Молодцы! Думала, мужик, а поглядела леший. Вот про это поют бабоньки из Угреши. Ты не жми меня так крепко, не целуй меня в сосос. У меня гипертония и хронический понос. Расшевелим как-нибудь. А если бы не было зимы и не было и холода, если бы не было ее, он бы помер с голода. А я стояла перед дом, а он ко мне грудью. Расстегни свою шинель, покажи орудию. Ну, вот, собственно говоря, вы сами все видели. Ну что, Сергио Пассат, выходи со своим валенком. От заката до рассвета мужикам покою нету. Бабы тут и там снуют, даже выпить не дают. По России вроде спит, телевизор говорит, а мой милый господин махнул стакан и спит один. Ленка просит черевички до снаиненной ноги. Дорогой товарищ Ельцин, ты мне в этом помоги! Сколько он, любовь моя, денег нету, ни хрена! Все равно ж его не брошу, потому что он хороший! Перестанет вам ходить, милые хорошие. Я женился, а жена отбирает гроз. На рыбалку и привез домой русалку. Я поеду на море, там 33 богатыря. Благодарствуем. Ну вот и закончился валенок. И это номинация. Уважаемые жюри, мы вас внимательно слушаем. Я пока заполню паузу. Я считаю, что меня тоже правильно выбрали в жюри. Я авторские частушки пропою в несколько штук. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То дефолт ей подкину, то налогом обложу.
Я любила давеча Бориса Николаевича, а хочу теперича Геннадия Андреевича. И у меня еще есть одна версия на смену правительства. Я написал частушку, на следующий день Степашина сняли. Вот. Но там он фигурирует еще как премьер. Мы не сеем и не пашем, бьем маку баклуши на меже. Как сказал премьер Степашин, кризис кончится уже. Удачно заполнил паузу отец русской частушки, казак, хоть и не родовой, Иван Коронов. Слово Юрию Энтину. А теперь о главном сидя буду, ладно? Дзержинская заковыка 24, Пузырёвские девчата 30, а ладья зато 26. По-прежнему лидируют Пузырёвские девчата. А это значит, что за оставшееся место в полуфинале ведут борьбу женская команда из Угреши и смешанный коллектив «Ладья». Живем, хлеб жуем, одну власть пережили, другую переживем. У них предвыборная агитация, а у нас народная политинформация. Мой миллион – это тоски и пропил. Три тоски – это крепнет год от года мощь российского народа. А и в Казани, и в Рязани острый нот, кто чца, сделай Ваня обрезание. Мне в Израиль хочется. Обидно, команда не уложилась, и оркестр сообщает, что 60 секунд, отведенные ей на выступление, истекли. Выступление не было окончено вовремя. А это значит, что будут штрафные баллы. Мы спустились к вам с картины «Три богатыря». Написал ее земляк наш Васнецов не зря. А поскольку дел в России сейчас не в проворот, мы решили нынче вместе выехать народ. Выбирайте президентом вы меня, друзья. Я держать умею слово так, как я, Илья. А про рельсы вам не стану даже намекать. Если что, гоните сразу, нечего держать. Если стану я премьером, выгоню за шеи всех клопов и тараканов из своих щелей. Хоть зовусь Добрыня с детства добрый, да пока у Ильи, у Муромца я правая рука. Соглашусь возглавить Думу, я вам говорю, меж собою депутатов всех перемирю. Хоть рождение я Попович был и есть такой, у Ильи, у Муромца я левый коренной. Еще чиновный люд с потрохами ж нас сожрут! Правда? Верно! Коммунистом стал мой брат, а мой Шурин демократ. На медней водке напились и во мнениях сошлись. Правда? Точно! Бюрократы, депутаты, дорогие наши! Вы ж такие дорогие, что сидим на каше! Точно! Верно! Кофейной гуще, теперь гадаю на говне, даром и погуще. Точно! Верно! Петруляет из витрила, мчится птица тройка. Нам бы кучера найти, проскочить помойку. Опа! Все ругают президента, ну а я его люблю. Нам бы водку подешевле и говне кораблю. Жюри, готовы ли вы?
Из темницы вышел я, вот я и на воле. Чисто муромец Илья вышел в чисто поле. Это моя детская частушка. А теперь говорит Людмила Лядова. Я хочу рассказать вам один анекдот. Выходит председатель в колхозе и говорит: дорогие друзья, мы посадили коноплю 1998 году. И все съело тля. 300 гектаров посадили. В 99-м мы посадили 500 гектаров конопли. И все съело тля. В 2000 году обещаем посадить 700 гектар конопли, чтобы эта тля подавила. Да, мне немножко жалко эту самую тлю, но вы видите, как реагируют трибуны. Дело в том, что анекдот, по моему мнению, это та же частушка, но без музыки. Вот у нас такие члены жюри, что не говори. Выслушаем вас внимательно. Ладья 28, закавыка 27. А тут девчата, пузырёвские, конечно, аж 29. Да, политические частушки явно расшевелили и участников, и судейскую бригаду. Всех, так сказать, задели, кого за больное, кого за здоровое. Удивительно, практически обошлись без непарламентских выражений. Хотя вот лично мне именно этих-то выражений и не хватило. Ой, последняя номинация, расслабиться можно. Я вам скажу, тут ночь была. Я всю ночь пила. Начали хоровод, а получилось куча мала. А был у тёщи, ел грибочки, тесть мне ладошки поднёс. Повезло. А с этой водочки грибочки я до дому не донёс. Пронесло. Только вышел за ворота в новой шляпе погулять. Свистнул. Так воробей сорвался с крыши надо мной, давай порхать. Думал, что жениться рано, погуляю пока так. Поучусь. А теперь с этой женитьбой не везет совсем никак. Полечусь. А мы частушки петь кончаем и кота берем с собой в мешке. А оставаться вашей бурной гуна стоит сплошной. Пошли! В этой номинации участники раскрывают душу, исполняя свои любимые частушки. Нам часы перевели по Московской области. Раньше он стоял в постели, а теперь в автобусе. Пырилась штанина, я решила, во, мужчина, думала, как столб фонарный. Да что ты меня дергаешь, а там краник самоварный. С неба звездочка упала прямо в трусы, милый. Знаете, у нас спортсменов существует такая примета, что когда падает звезда, особенно в спортивные трусы, следует загадывать желание. И это желание приносит победу. Минус вот играет, он любовь мне обещает, а от этого ерша не стоит он ни шиша. Вышел в сад я погулять, а за мной такая ядь. Ногти лакированы, грудь татуирована. Мы вам пели и плясали, время закругляться. Мы пошли. Давно пора сексом заниматься. Аж завивки берут. Ладья. Есть деревня, птицы, ферма и вторая строится, а работник видит яйца, когда в бане моется. Мордой столкнулись
буквально на силе воли, на силе характера удержалась жительница подмосковного Дзержинска Раиса Кудряшова. А меня били, колотили, резали, как здорово, через тебя, моя зараза, мне попал, здорово! Снова не укладывается Дзержинская заковыка в отведенное для выступления время. Неужели будет опять снижена оценка? Уважаемые жюри, пожалуйста, просим вас, не задерживайте рабочий класс. Итак, была не была, номинация «Куча мала». Сергиев посад, ладья, 25. Пузыревские девчата... 25. А зато вот Дзержинская заковыка 24. Ну вот и подошла к концу, как говорят, да? Да. Наша встреча, и мы готовы спуститься вниз. Итак, все ясно. Судьи спускаются, как говорится, идут в народ, а мы смотрим с вами таблицу. Итак, победили пузыревские девчата. Очень непросто сегодня сложилась встреча для команды «Ладья» и «Дзержинская заковыка». И, на взгляд судей, все-таки лучшей была команда «Ладья». А «Дзержинская заковыка» покидает наше соревнование, но, на мой взгляд, покидает с высоко поднятой головой. Также я хочу поблагодарить нижегородские художественные промыслы за предоставленные призы командам. Игра сегодня была безумно интересная, азартная, бескомпромиссная. И я вижу, что даже главный судья соревнования все-таки хочет сказать еще несколько слов. Я должен сказать, что вот меня поразили стихи, которые выдавали сегодня на гора пузыревские девчата. И я принес вот эту книжку свою первую в жизни «Бременские музыканты», чтобы заглядывать в нее. Но заглядывать больше никогда не буду, потому что я ее дарю пузыревским девчатам. И снова пузыревские девчата принимают поздравления. А между тем наша программа подошла к концу. Мы встретимся с вами ровно через неделю на очередной игре «Суперкубка» по частушкам. Эх, Семеновна. Я частушки сочиняю. У меня большой талант. Дорогой товарищ спонсор, подари мне бриллиант. Москвы привез, а положил на пол, а ее кот унес. До свидания три раза, а еще раз до свидания, ваши карие глаза.